тепла к настолько не достанет. Ну сколько уж, 1,5 километра всего. Это 61-й, там 1, 2, 3, 4, 5,5. Товчик-то летит на 2,5 вроде, да? Узнать. Если 2,5, мы в принципе сейчас не в его этом находимся. Так, 1,3 на месте. Принято, 1,3. Сдвиньтесь к своему, к своей БМД. Принял. Можете еще одного с биноклем наблюдателя чуть вперед отправить, только все дружно не высовывайте, чтобы вас минометом не накрыло. Штаб на связи. На связи. Это Урал, Альфа Тип 3, то, что они разбились там. Разбились? Там один, ну, один человек из Альфа 3 остался, они парашют не открыли. Заебись. А Альфа 3-2 ты высадилась? Подтверждаю, Альфа 3-2 высадилась. Принято, что Альфа 3-3 погибла. Хорошо, хоть Альфа 3-2 осталось же. Так, это вторая вертушка, которая с Атимами АТБ была, высадил их. Принято, Атим. АТПшников высадили тоже? Да что, обратно на аэродром забирать оставшихся. Принято, давай. Альфа 3-3, тогда соединяйтесь с Браво 1-1 и двигайся с ним. Кто там живой один остался? Даник, слышишь меня? Да, слышу. Подожди, форму я посажу в ВТР. Давай. Форн, а ты на какой из своих меток? Я в городе, Альфа 1-1, метка стоит. Ага, понял. Мы сейчас подойдем с Виталиком. Метка актуальная.
Слышь, Форан, сядь-ка на стрелка. Все, Форан высадил шутер и Виталик улетает. Вылетаю на аэродром. Чего тебе на стрелке? Попробуй, короче, это как ему приблизить и отдалить, короче, этот разновидность, это прицеливание. Ну, максимально здесь. Нет, нет, задержкой, задержкой работает. Там локи, да вообще просто нихуя не происходит. Задержка идет. Довольно... Нет, бывает, я прям нажимаю хуй знает сколько, там секунд 15 нажимал, блядь, нихуя не происходило. Потом бац, и, блядь, самую последнюю перевело. То ли лагает сервак, то ли что, но есть такое дело. А, я же думал, у меня, блядь, девайсы по пизде пошли. Нет, у меня такая же дело. А Тима, выдвините разведроту или группу небольшую вперед, дождитесь АТПшников и вместе с ними выдвигайтесь на запад. Пускай ваша группа проверит вот эти вот, а хотя их там и не будет. Они же в синем квадрате, блядь, они же сюда не выдвинут. Браво 1-1, вы высадились? Нет, Форн, я лечу их забирать на аэродроме второй ходкой. Понял. Парашют на всех хватает? Ну, Урал из парашютов я высадил. На МКТ не знаю, сказали, что вроде парашюты все одели, так что сейчас посмотрим, я свяжусь с ними. Во второй вертушке все с 7 парашютов. Урал и ГБ, сильно не кучкуйтесь, а то вас, если обнаружат, блядь, начнут вас минометом долбать. Подождите, сейчас Атим и все остальные отделения поближе к городу подойдет, и будем его штурмовать. Так, а где Форан? Здесь, не кричи. А чё на командире никого нет? Ну я же не могу разделиться на две. А тут стрелок отдельно, да? Хо-хо, тут теплак есть, да. Ну, на командире вообще шикардос. На стрелке вообще не очень. Так, ой, шутер, шутер, слышишь меня, шутер? Хорош орать тут. Бери бинокль. Выдвигайся чуть вперед, но особо не высовывайся. Иди он до 24-й, ну где получше будет. И оттуда смотри вот эти высоты, чего, ищи, короче, БМДшки, ой, эти, блядь, лавки эти ебучие и все остальное. То есть вперед немножко выйдет. У тебя карты есть? Нет, да, есть, связи нет. Нет, это ГБ, мы на позиции, ждем дальнейших поданий. Связь дашь? На рацию настроишь... Вторым каналом 45, блядь. Уран! Принято. Чего? А что за СЦ? СЦ? Я хую знаю, что там СЦ. Он, короче, какой-то АСЦ включается, если сам последнюю позицию прицелили. Так, 45, подожди. А, автоматическое движение цели, наверное. Скорее всего. Слышишь, шутер меня? Да.
Он меня? Же убежал, наверное. А ты что сидишь? Иди с ним. А, с ним? Окей. Да, иди. Да, Форум, ты меня слышишь? Слышу, подойди, подожди, Виталик, вместе пойдете. Я сейчас сумку к тебе сброшу. А ну покажи, куда он убежал, а то без карты. Прям по курсу. Блять, вам надо децибелы убать, а то вы на 53-ю? Да вон прям на... по дороге стоит, ебаный в рот. Выйди, ты увидишь. О, вижу, вижу его, вижу, вижу. Вертушки, ну что вы там, высадили все? Слышишь? Да, слышу тебя. Забрал. Только забрал? НКТ забрал. Понял я тебя, понял. Давай, вези. Остальные... Хотя ладно, пока подождите. Отделение 3-2-4-2 АТП, вы на своих позициях? Или вы хотя бы вообще на связь выйдете? Сейчас, повторите, что там плохо слышно. Ну хорошо, хоть живи. Ворон, 43, это 24-я, это, короче, яма, как оказалось. Понял я тебя, найди какую-нибудь нормальную там позицию, чтобы можно было просматривать. Но далеко не убегай, у них теплаки, блядь. Лавочка может по тебе работать, хотя далековато. Посмотри вот эту 152-ю высоту дальше. За городом. 152-я высота. Сейчас я ее найду на карте. Там желтый восклицательный знак стоит. А, вижу, так это вообще далеко, это в зоне уже, ты че? Я знаю, вот и смотри. Но пока за синий вот этот квадрат не заходи. Там два разбитых. Даник, на связь. Я на связи, Форн, МКТ выбрасываю. Ан-2 разъебали, что? Получается так. Заебись. Браво 1-3, вы пехоту высадили всю на своем направлении? Антоха, Тим. Он сказал, что высадил, сел на лес, тоже скажет. Тоже МКТ высадил. Принято. Давай, Даник, летай вокруг зоны. Смотри их лавки, где находятся. Хорошо, Форн, я видел Ан-2.
Вот, да, Ан-2 разбитый, вот метка стоит. Ставили. Принято, принято. Ты давай по зоне летай. Короче, на большой скорости только, чтобы тебя не сбили. Тим, также давай на вокруг зоны летай, выискивай лавки и хитовы. Короче, шуми. Шутер живой там? Да. Что-нибудь видно? Подожди. Меточку на себя плихни. Слушай, отсюда видно часть завода какую-то. Ну, можно обстрелять. Эту часть завода нам надо будет захватить. А ее можно обстрелять? Да я знаю, что ее можно обстрелять, только нам могут толу спустить парочку. А я могу тебе свистнуть, когда полетят, и ты назад откатишь. Здесь очень удобно. Ну, мы сейчас так и будем примерно. Сейчас только отделения основные подойдут к зоне, чтобы начать... О, всех... видишь, я метку поставил, 45-я. Я вижу тебя. Да. Она простреливает со всех сторон. Нет? Ни хрена, фора, не со всех. Ладно, окей. Тут отлично вообще. Виталь даже место нашел, куда поставить там. Яма. БМД, сейчас основные отделения еще подойдут поближе. Начинаем атаку со всех направлений. Так. Берри, сколько времени у тебя там показывает? Ну, часы, блядь, включи, на М. Повторите, плохо слышно. С пяти. Ровно в 16:00 начинаем атаку со всех направлений. У вас 5 минут, чтобы подготовить свой личный состав. Так и думал, что там пехота будет сидеть. Штаб на связи, это вертушка.
Короче, передай, что Ан-2 разбитый. Да, уже известно. БМД Уралов и БМД ГБ, назначить по одному бойцу, чтобы следили, если что, по вам будет пуск. Там с тобой форум на связь был, пытались выйти. Отделение, нет. У них короткий, не настраиваемый раз. А БМД Альфа 22, вы на связи? На связи. А вы на какой позиции находитесь? Мы не видим вашу метку. Вот тут пока. Принято. Джигиты, вы что не отвечаете на рацию? Потому что я отходил. А? Че, там все нормально решили? Там Даник звал тебя. Тихо, подожди, Виталик, не кричи. Повторите. Вертушка, тем штаб на связи? На связи. Что-нибудь про ПВО известно? Нет у них ПВО. Тогда, значит, к атаке что, десантировать прямо в зону. Так, 16.00. Общая атака со всех направлений. Пехота, выдвигайтесь. Прикрывайте БМДшки. БМДшки, прикрывайте пехоту. Там кто-то из отряда выжил. Шутер, ты на связи? Да, Форн, я на связи. Шутка будет через, примерно через 2 минуты. Да, Форн, я на связи. Я тебе сейчас подъеду. Я к тебе Виталика отправлял. Давай, проведу. Там здесь. Есть. Между двумя горочками можно стать. Шутер, только смотри, чтобы нам ТОВ не прилетел, блин. Слева высотку объезжай, слева. Вот слева, вот прямо по курсу гора. На саму высоту не выезжай. Тихо, тихо, блядь, не кричи, Виталик. Иди к это, к шутеру. Окей. БМД, если можете отработать ТОВку, отрабатывайте ее. Туда фугасами, блядь, и вокруг. По Альфа-1-3 лавка работает. Принято, что работает. У вас тоже не деревянный пистолет, так что стреляйте в ответ. Шутер, я сейчас между двумя этими встану. Это ГБ, у нас где-то прямо по курсу лавка, азимут 340. Сейчас попытаемся метку поставить. По нашей пехоте... Форан, стой, не туда. Я тебя сейчас отведу. Подожди, остановись. Давай задний ход пока. Ты плохо там стоишь. Ты вон на противоположной стороне что-нибудь видишь, вон на той горе? Теперь развернись назад, я тебя уведу отсюда. Я тебя заведу в классную точку. Во, и езжай за мной, вот как видишь меня. Правей, переправей, чтобы на гору не выехать. Заметят.
Вот сюда, вот так. Это сейчас чуть кого-то не сдаёт. Сдать кого-то хочешь? Да нет, шутер вон. Здесь вверх. На лавку, она где-то в том районе, оттуда трассера видно. Так, 3-2, лавка двигается на запад города. Прямо по центру зоны большой. Вперед по-малому. Тут еще спереди холм, если завидишь на этот холм, а за ним еще холм. Лавку поставили, нет, давай, на лавку. Правее, бери, правее немного, правее. Она между этими, блин. А, вот так иди. Ты заедешь, и ты тут скрытый. Так, шутер, от... Во, еще ну, беги, блядь, сдавлю нахуй. Все, стой здесь. Что-нибудь видишь отсюда? Давай трава везде. А, вперед, так качни с дерева, вот тут три штуки завали. Давай, я отошел. Давай назад, что-то ты вылез. Поблюдаю лавку, да, она уехала в лес. Сильно форум тебя видно. Тут шутер хреновые позиции. Вылезь из тахчики, посмотри, что тут вообще по пространству. Да я смотрись. Смотри, Берри, блядь. Берри, смотри. Нам может товка прилететь в любой момент. Можешь даже по зоне пострелять. Лавка стоит с левой стороны, где в лесу, где мы с тобой стояли. Ну, бля, я не вижу ничего, понимаешь? Я вижу только ебаных, блядь, коз. Собак. И вон там три пехотинца сверху наши. Вообще нихуя не вижу. Направление. Направление на зону где-то 17-18. По азимуту. А, понятно. Это по МДГБ, по нам тур мимо. Красавчики. Не знаю, сколько у них там зарядов, но один минус. Блядь, ты переключайся, ты, ну сука! Вертушка, а тим в большой зоне фора. Техники нет. Короче, слушай. Метка на карте, враг на башне, азимут где-то 340. Ты башню видишь отсюда? 345, дальность 2. Башню? Да. С хвостиком. Видишь азимут завод, блядь, какой-то там на. Метка стоит враг. Вот и ебани туда разочек другой. Там прям на башне. До света нет. Да, замок, 345 азимут. В левом окне, говорит. Замок в левом окне. 345 азимут. Короче, я не вижу завода. Она где-то в лесу там. Форан. Боком выкатил, ты в курсе? Форан. Все еще стоит на месте, только уже не за камнем, а в открытом месте. Охуеть. А вот не ебо, откуда, потому что эта хуйня не переключается, блядь, я не вижу даже, чего делать. Шутер засек, откуда стреляла? Что происходит, нахуй? Куда она, блядь? Подожди, что-то Веталь видел. Это лавочка по нам стреляла, а лавка поди на своей позиции находится, с левее города, блядь. ЛС БМД, если будет возможность, выкатывайтесь быстрее на свою точку, оттуда отрабатывайте. У вас там будет хорошая позиция. Форан, ну Веталь говорит, она где-то, скорее всего, в зеленке, ее не видно. Так, шутер, а дальше вот 24-й, это в низине находится высота? Да, в низине. А дальше чего находится? Высота какая-нибудь или нет? Дальше высот нет, фора. Я понял тебя.
Ебашь он туда, вперед, нахуй. А ты можешь еще раз посмотреть? Вон высота, видишь? Я засечь, мы с Виталиком будем готовы, будем смотреть. Блядь, я это вижу. Ну, по замку, ну стрельни вперед. Пару раз туда, жахни, блядь. По нам хуярят. У меня, блядь, прицел просто нахуй не приближается вообще никак, нахуй. Бля, не видно. Ничего сделать не могу, блядь. Я сижу нахуй полминуты, блядь, он не приближается. Садись нахуй на этого, блядь. Я не буду вот так вот играть, в пизду. Эта хуйня просто не работает, блядь. Засек. Кажется, не знаю, может труба. Так, Берри, садись тогда за стрелка, нахуй. Ой, за водителя. Шутер, беги, по тебе стреляют. Да, я вижу, я засек откуда. Чё, у тебя прицел работает? Наполовину. Короче, фора, она где-то в районе башни, бля, только где-то там никак. Сзади. Сейчас еще раз ее попробую увидеть. Я мельком трассер увидел и побежал. Если чё, рассчитывай, что она в районе башни. Так, Берри, попробуй как-нибудь аккуратненько выкатиться, но сразу потом откатишься обратно. Метка на лавку с мягким знаком очень точно. Я не могу вниз ствол опустить. Блять, напугал. Форан, возможно, выстрел. Давай, отходи назад. Берри, отходи назад. Ну, еще лавку видел, сейчас отмечу. Недолет сильный. Сильный недолет. Блять, в пилот. Мишку посадил, забиваю ДВшку, ухожу в пехоту. Что, вертушку сбили на севере от большой зоны. Принято. Так, ну примерно лавки так же стоят, как у нас стояли. Так что есть возможность уничтожать их. Так, давай выкатывай, там замок, надо этот замок ебануть нахуй спереди. Шутер, живой там? Да, детектив Форан, живой. Красавчик. Слышь, чё, а если нам под эту башню газануть? Ну, там такой рельеф интересный, мы смогли бы с Виталиком подняться и почистить там, посмотреть. Что такое, сука? Это хуйня с задержкой стреляет. Форан, недалёк больше километра. А, так нельзя, так ничего сделать, ну? Не, все ещё можно пробовал, я уж, блядь, просто переключился, короче, этот... Да такая же хуйня, блядь. Давай назад, укатывай. Сейчас просто. Вообще никак. Шутер, давай, короче, двигай к этому замку и выеби его, понял меня? Да. Этот ебучий переломали нахуй его. Подожди, я тут ДВшку настрою. Откатись пока, подожди, вот так. Берри, у тебя тут ДВшка настроена была? Так, Берри, можем мы с тобой попробовать по дороге проехаться и встать около церкви, за церковью. Видишь карту? У нас перекрестие есть.
Ну, блядь, она что, сделалась, что ли, блядь? Я, если что, ДВ сбила, 45-я стала. Нет, погоди, сейчас пройдет пару метров. Или секунд, опять за то, что хуйня включится. А, что-то с серваком, походу. Скорее всего. Гарри, который там впереди. Угу, вижу. Пиздец, разброс, я ебать погодеть. Оп, нажми. Уже прицел есть. О, я одного свалил, нахуй. Там через это, через прицел хуешь? Да. То есть им зероинг, а не просто так настреливаешь. Через зероинг ебашу. Сейчас туда нахуй этим зарядом заряжу, блядь. Нет, так это после зарядка нажми это прицеливание еще раз. Там же эти рейнж-то разные. Да я знаю, я нажимаю. 3-2-5. На связи. Мы уходим к 4-2, потому что нам лавка на западном направлении, а нам завка никуда больше уйти не даст. У нас очень хорошо все будет палец. Принято. Выдвигайтесь туда. Шутер, слышишь меня, Шутер? Да, да. Короче, я этих, кто там сидел в этом, в замке, короче, я их вроде переебал. Ну, зачись, короче, все равно, понял меня? Да, замок. Так, Берри, давай выкатись. Я вправо ствол поверну и посмотрю туда. Хорош. Сука, никого в чулак не вижу, нахуй. Я даже наш сарай с тобой не вижу, где мы сидели с тобой. А он в том лесу, если только, блядь, сейчас туда заряжу одну зарядку. Может там, короче, это, вон, за этим, за хребтом. Сарай тут. С задержкой ебашит. Переключается, блядь, с задержкой. Так, давай закатывай обратно. Это БМД ГБ, сейчас попробуем проехать до Абригана. Там под мост в низинку попробуем встать. Давайте, давайте. На быстром ходу будем сейчас проскакивать. Так, 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 так. Там спереди, видишь, вот город тоже какой-то. Можно за зданиями встать, но ближе к зоне уже будем. Это Абриган, город впереди. А вот справа вот это. Справа? Нет, это уже вертушки, это уже это все. Это не город, это просто какие-то здания. Сейчас, может, Шутер доберется. Шутер, ты там живой? Да, я еще двигаюсь. Метку на себя обновляй, блядь. Чтоб тебя не въебали свои же.
только если что, ты видишь. У меня же ДВ нет. При чем тут ДВ, блядь? Это же не волк, ёпта. Ну, смотри, ставится. А, так ты имеешь в виду три задания, которые там это, под шутером? Ты чё? Спереди, вот, здание. Да, вот где шутер, блядь. Вот эти вот три. Да. Доехать сможешь быстренько? БМП, проехали до моста. Да, я только не в курсе, как там видно, что будет. Шутер, ты сейчас на своей метке видишь с правой стороны дома, блядь. Оттуда можно будет работать из... Мы уже поехали. Ну все, давай, гони. Куда, куда стрелять? Дома вижу, но... Короче, мы за этими сейчас домами встанем. Только если по замку. А зону не видно оттуда? Не, зону не видно. Ладно, выполняй задачу, которую я тебе поставил. А, нормально, там это, возвышенность будет. Сейчас главный ТОВ не прилетел, но ТОВ надо наводить, а по движущей цели будет сложно попасть. Да не, не охуеть там наводить, там эти здания везде. Приехали. Смотри, там что справа. Да вот уже смотрим. Но в теплах никого не вижу. А БМДГБ у нас стрелок перезаходит в баги. О, смотри. Видно, что вон там слева? Ни черта не вижу. Садан, направо поверни. Пока выключусь. Пора, мне кажется, здесь в домах кто-то может быть. Лучше вон с ГБшниками иди. У меня этой хуни нет, я не вижу, как там какой-то башня ходится. Я с правой стороны смотрю. Видно там что-то или нет? Ну, никого этих не вижу. Засветов я имею в виду. Так-то вижу я эту гору. Шутер, услышишь стрельбу, лавки, кричи. Обязательно. А вон товку поставили, 4-1 метку. Я не поставил. Ну, давно уж поставил. Катись-ка пока обратно, на. О, смотри, так ты можешь через дырку смотреть. Угу. Они отошли, скорее всего, что ли, потому что я их не вижу. Это чтобы шутер разобрался на 281-ю, тогда можно будет идти прямо Форан, под лужу залезть, на камни, будет отлично видно. Где слышишь? Это зона, там где завод южный, южная часть, не знаю. Ну там да, там завод, там есть пехота. И скорее всего там лавка стоит. Технику слышал, походу.
А за вами Уралы едут на БМДшке. Да, да, я видел. Давай замок занимай, там и пехота парочку человек, если что, их добей. Я в них ёбнул, но я думаю, не знаю как. Сейчас можешь же? Подожди. В окошечко. Прямо сейчас. Боюсь тебя задену. Вот сейчас можно, сейчас не заденешь. Выкатись вперед. Стоп. Вот сейчас уже не стреляй, сейчас можешь задеть. Все, шутер стрельнул. Шутер живой? Да, да, нормально. Ну все, я думаю, они умерли уже там 155 раз. Ну я Виталий отправил, сейчас посмотрим. Ну один наверху был, один внизу сидел. И тот помер. БМД, не жалейте по зонам, не жалейте заряды. И по южной, и по северной зоне. Смотрите, в каких местах может быть сидеть Виталий, противник. Замок заходит. Так, дальше сможем с тобой проехать, блядь. Уралы, это вы стреляете, Уралы? Шутер, это около тебя стреляли сейчас? Это из этого города возле меня, который я сейчас посмотрел. Там БМД стреляет? Куртов обрабатывает. По звуку, да, но я не вижу. Противник. По-моему, это Уралы лупят. А там Уралы, это просто БМД-2 стоит у меня. Да я вижу. БМД Уралы отработали по тушке, не знаю. Да, это скорее всего они. Красавчики, молодцы. Ну я их не вижу, они за объект. Уралы, а вы можете по южной зоне там пострелять по шпиле? Мы внизенький, я не вижу. Летит. Назад, летит? Назад, Урал! Стой. Урал, назад! Берри, назад! Стреляет кто-то сейчас по вам. Куда, куда, куда? Кто на стреляет? На тебя летит, прямо на тебя! Уходи назад! Вперед, прячься, вперед, прячься. Вперед, газони, газони вперед! Да, мы, блядь, закрыли вообще. Все, стоп. А, это птичка, нормально, это птичка. Я думал, это птур. Сука, шутер, блядь. Ну ладно, это уж лучше так, чем не так. Что случилось-то? Да шутер подумал, что это птура, а это чисто. Птичка, блядь. Пойдем полутаем. Замок чисто. Тур с птичкой, лол. Да. Стрелям это оттим. По метке ТОВ работала наша или все-таки вражеская техника? По метке ТОВ работали Уралы. Уралы находятся слева. На метке ТОВ уже союзные войска. Принято. Ну метки ТОВ убирайте тогда, зачищайте эту высоту, блядь. Если ТОВ целый, блядь, вон ебаните у них лавку, которая выше. Там 4-2 выше ТОВ находится. У нас два противника еще были, по-моему, уничтожили. Сейчас проверим. На радиовышке. Принято, проверяйте. Там по любасам кто-нибудь сидит, блядь. Так, Берри, давай вперед. Куда-нибудь вот сюда, блядь, что ли. За здание спрячемся. Топ сломан, штаб. Принято. Ну, хорошо, хоть все равно уничтожим. Если есть возможность, захватить у них ДВшку, послушайте, что они там пиздят. Блять, суспенсы что? Остальные потихонечку также зажимаем их со всех сторон, блядь. Это Джеи были на замке. ДВшка у них есть на спине? Не, нету. Понял. Вон тот дом, вот к нему подъезжает. Блять, это ебучая низинка, сука, не видно ничего, блять. Так я тебе говорю, надо залезть, короче, над гору туда будет. Нас на замке на 320. А, это свои, это право 1-1.
Видно что, дерево повалить? Альфа 4-2, вы около прямо в вышке находитесь или ниже, туда? Вижу, пехота бежит прямо к вышке. Не могу определить, наша нет. Смотрит вниз. Приближение максимальное, тепла вырубай, там будет заметно. Они ж коричневые. Ну один под елкой лежит, блядь. Один с левой стороны под елкой прям лежит. Лавка! А, блядь, нет, это БМД. Сука, перепугал ты меня, блядь. Текстура не прогрузится, сука, одинаковая. Вот кто-то лупит туда, я не пойму, кто, блядь. Возможно, лавка, блядь. Шутер, там лавочка где-то стоит, не видишь ее случайно? Не, ну, не вижу. Туда в зону. Если мы заберемся вот там это, слева, на лес, ну там, правда, хуй знает, есть ли противник или нет. Да, мы можем по... А давай я сейчас наверх залезу и посмотрю. Ну, залезь. Шутер, а там под тобой можно этот... встать там, БМДшки, чтобы отрабатывать? Да фиг знает, Форан, не особо тут так классно. А Тимы, под елкой... под... Но здесь есть горы рядом. Вышкой, под вышкой. С левой стороны елка. В этой елке кто-то лежит, можно. Я не пойму, кто. То ли наши, то ли не наши. Это под вышкой. Под вышкой, прямо вот где вы находитесь. Там трое наших около вышки. Ну все, принято, значит стрелять не будем. Форан, отсюда можно стрелять, но надо немного ну, западнее. Или севернее. Тут, короче, есть точка. Камень какой-то. Тут отлично. И тут зона мы сверху видишь. Можем кричать. Да не... Ой, завали вот эти деревья спереди. Я вроде зону отсюда вижу, но... А, стой. Завали и все. Это будет проблемно. Ну все, стой. Стой, подожди, я зону вижу. Стой, подожди, во. Вообще мимо. Я по зоне стреляю. АФК одну минуту. Ты ж по этой повышке стрелял только что. Нет, я не по вышке, я по зоне стреляю. Я не куда-то вообще там мышь пролетает, ну ладно. Блять, там Урал уже, сука. Сейчас своих накрою. Не, Уралы, это вот они, короче, вот катаются перед нами. А там пехота спереди, блядь. Там пехота наша не может быть вроде. Ну стоит метка Уралы. Ну, Уралы это как там БМД. Она катается туда-сюда. Так, поехали, нехуй стоять куда-нибудь. А, стой, подожди. Или куда, или налево, на гору? Давай налево, на гору что-нибудь. Может быть, выцепим этот, блядь. Иху лавку. Блять, почему она не поворачивается? 3-2 на связи, татим прием. Три два, вы целы там? Вас Атима вызывает. Атим, сейчас, секунду, Атим, я твоих поймал, куда отправить? Вот я это и хотел сказать. Вот здесь вот, знаешь что? А, вот, стоп, я стою. Аккуратней только, блядь, вот ебучая гора, можно а, сейчас... Точно на юге под нами, правильно? Юго-восток прям, посмотрим. Принял, сейчас отправлю. Шутер! АФК-шер-то там, блядь. О. Стоп. Вижу лавку. Назад! Штаб, это 3-2, у нас есть 2 РПГ, потому что северную лавку обойдёт. Лавка по нам стреляет. Едет на север.
опять на север. На юг едет по дороге. С северной зоны. ГБ как раз на вас может сейчас выйти. Так, нам пушку что сломали? Берри, цел? Берри? Блять, сука, вылетел сейчас, сука. А, шутер? Слышь меня? Шутер? Да. На связи. Мне, ну, это LC BMD, мне нужен экипажник, у меня вылетел водитель. У меня, кстати, тоже вылетел водитель. Обнимем. Так, я пока не на ходу буду ремонтироваться, аккуратней. Там где-то по дороге ездит лавка последняя или не последняя у них. Шутер! Шутер, бля. Раз, раз. Виталик, слышишь меня, Виталик? Виталик! Виталик, бля. Блять, я не могу выйти из техники, блядь. Я сейчас. Виталик или шутер? Так, с этой горы где-то здесь. Виталик или шутер, на связь. Виталик или шутер, на связь срочно. Говорит штаб, временно не буду на связь выходить, буду ремонтировать БМДшку. Лавка к зоне едет, южный. Принято, БМДшки, встречайте ее. Виталик, шутер, на связь, Виталик, шутер. Форан, форан, прием. Ты меня слышишь, Виталик, блядь? Ну, беги сюда, давай, к БМД, надо ее ремонтировать, блядь, и срочно выезжать. Понял, шутер убит. Кто у вас, лавка, что ли, сняла? Да, да, он на крыше, как всегда, маяковал, ему прилетело. Я понял, беги сюда. Это, БМД под вами примерно стоит наша.
Жив, жив. Я тут, мы успели заехать, ремонтирую я ее. Там что-то выбили, сгорело. Что-то наше, походу. Ну, раз не докладываешь, значит, сгорело наше что-то. Да, внизу перед вами, блядь. Вниз спустись, в город увидишь, мы там стоим. Я пушку ремонтирую, не могу достать этот. Мне надо, чтобы кто-то какой-то один боец сидел в технике. Неизвестно, там что-то горит, говорили. Возможно, наше что-то выбили. Сюда дуй. Говорит право один-один, то ли в лесу с противником большим количеством. Принято, браво 1-1. Если уничтожайте. Терекс, отметь, поддерживаем огнем, рядом стоим. Помети. А чё, Берри отъехал? Он вылетел. Сядь в технику. Что нужно? Сядь в технику и сиди в ней. Если я не смогу выходить на связь, сиди до последнего техника, чтобы, чтобы техника не была захвачена врагом. Понял меня? Понял. Даже не думай выходить, вместе с техникой гори. Сейчас я пушку отремонтирую и этот, как его, гусли буду ремонтировать. Так, южную зону захватили, осталось северной. Возможно, два. На связи, штаб на связи. Говорит БМД ГБ. Ну, похоже, мы одни остались, юга. Принято, удерживайте ее, а Тима пускай тогда пытаются южную захватить. Сейчас я отремонтирую технику, подсоблю вам. Лавки были какие-нибудь уничтоженные, или они все живы? Все живы, это ЛС БМПХ сгорела. Ну, южная, похоже, живая, она наши две БМДшки уничтожила и уехала на восток. Не очень хорошо. Там какая гусля выбита, левая или правая? Просто написано ТР, РТ и все. Но уже не красная, уже оранжевая. А, хотя это может быть вообще не гусля, блядь. Ладно, загрузим. Башня работает уже. Сейчас проверим, можем ли ехать.
Садись за водителя. Живой? Да, на водителя. Готов двигать. Давай потихоньку вперед. А ураловцы на связи? Стоп. Дай задний ход. А, подожди. Да, может как-то развернуть мордой. Тебе на связи? Давай чуть пониже. Боком давай, вставай. БМД ГБ чуть-чуть. Боком на вершину встать? Там, если что, север. Нет, вниз езжай. В южнее нас. Да. А, да, видим. И налево давай. За камень я стану, не против? Нормально, как раз давай. Камень видишь перед нами? Вижу. Видно стоп, что-то? Стоп, 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 стою, стоп, стою. А, это БМДшка наша. И разбитая, блядь, БМДшка. Смотри, может левее стать. Что у нас камень больше прикрывал. Уже сил-то нет, блядь, воевать-то. Ну. Так, это какая БМДшка LCB? Так, 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 так. Видишь, вон с правой стороны, блять, там две БМДшки горят, ебаная. Угу. Видишь, где наша вон разбитая БМДшка стоит? Ну, я приблизительно понял. Вот туда давай дуй и не останавливайся. Блин, думать стоит? А здесь мы ловить не сможем ничего. А ну сейчас я выгляну. Это за забор туда ты хочешь, да? За БМДшку встанешь и все. Я ее отсюда визуально не вижу, я в щель хрен ее найду. Прямо есть, вот как сейчас едешь. Все, даю форсаж. Там более, здание с забором. Тем более ты на ИМ можешь нажимать, и там будет все видно. Так, завод взяли опять. Ломай, проезжай. Нам за забором прятаться или в камни? Дальше ли прямо едь? Вижу сгоревшую. За ней становиться? Да. Блин, это ни хрена не тормозит, хрень. Сейчас я спрячу морду хоть за нее. Че там по лавкам? Известно? Сейчас один поставит метку на лавку. Она дымится, но пушка работает. ГБ, отработайте сейчас. На севере от вас ровно. Угу. От нас, значит, поставил на... Тихо, 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 я слышу. Подъезд к забору, вот, прямо забор. Ех, ебать, вот это ее лагает. Забор справа. Справа, правее давай. Правее, 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 правее. Вот так, теперь прямо давай. Забор не ломаю, да? Просто останавливаюсь. Нет, просто выйди из него, из забора и все. Давай, 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 стоп. Блять, я тебя не вижу. А, она на горе стоит. Да, еще вперед чуть-чуть. Стоп.
Все, дожгли ДГБ. Что-то стреляют. Красавчики, пацаны. Прячемся. Нам надо сейчас будет другую зону занимать. Прятаться за забор. Ты пока можешь не прятаться. Браво 1-1, вы целы там? Или уже не целы? А пехота Уралов, ГБшников, вы зачислили южную зону полностью? Ну, зону перезахватили по новой. Я там одного бойца вроде американского убил. Связи вроде нет с пехотным ни с кем. Они там самостоятельно здесь. Принято. Так, значит, мы туда не сможем подъехать. Вот в чем проблема. А мы в Нагорку туда не заехали. Так, сейчас мы тогда сделаем так. А Тимы поедут. Так, смотри, короче, едешь вот сюда сейчас. Метка стоит. Угу. Мы на перекрестии. Угу. Ну чё, ГБ, тогда немножко вперед продвигайтесь и по северной зоне тогда работайте фугасами, я не знаю. Где-то еще одна у них должна быть лавочка. Поехали. Поехали. Это ГБ принял. Если, если мы не сожгем, точнее нас не сожгут, мы попробуем с левой стороны подъехать поближе к городу и оттуда работать. Там он какое-то здание или церквушка, или он дома, между домами надо вставить. Че, мы стволом цапанули? Не знаю. Это те дома, где мы в прошлый раз были? Нет, не те. Стоп! Стоп, 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 дай задний ход. Дай задний ход. Блять, сука, засвет был. Стоп! Стою. Блять, а что такое стоит, я не пойму. То ли лавка, то ли БМД. То ли хер пойми чё. ГБ, вы в кустах не стоите случайно? Мы прям четко на метке на своей стоим, на горе. Принято, ГБ, но это точно не вы. Сука, блять. Давай за это. Куда? К тем зданиям подъезжай. Лавка была, нет? Вроде да. На метке Альфа-3-2 была лавка, съехала вниз, была в кустах, стояла. По ней отработал, но она ушла. Вот тут вот прикольное место. Здание в низинке. Стой, 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 стой. Я, блядь, ее вроде опять вижу. Только дерево мешает, блядь. Чуть вперед? Давай вперед. Еще, еще, стоп. А, это был ДГБ, есть обзор на северную зону, на западную часть именно. Дальше. На метку 3-2 поставь. Большой дом, этот квадрат не мешает. Так, мы отсюда не зацепим его. Давай, вон, видишь, желтое здание стоит спереди? Да. Вот туда едь и за ним прячься.
справа от дороги, да? Да, прямо вот где входная дверь, классно. Туда заезжай, блин. Понял. Там стояла лавочка, мы по ней отработали, она ушла вниз, уехала. Давно было? Ну, минуты три назад, четыре. Вперед? Да, давай вперед. Проехать сможешь здесь, нет? Да. Стой. Стою. Блять, то ли... А, это баран ебаный, сука. Так, здесь ебучий этот мешает. Сарай? Давай назад. Насколько назад? Назад и задним ходом налево, короче, сворачивай. То есть, стоп. Чуть вперед. Еще чуть вперед. А, блядь, сука, это ход заебучий. Точнее, эти петухи, блядь. Падла. Мы бежали, собаки были. Так, с правой стороны от этого дома встань. Справа мы слева. Стоп, стоим. Вот так сейчас как стоишь, вот так стой. Чуть вперед дай. Ох, назад, назад, назад. Принял, принял. Назад, это... По нам толом зарядили только что, блядь. А с какого направления примерно? Где-то с ноля, блядь. Где-то. Бэхи не... Справа от нас еще упал ракета. Две ракеты зарядили, блядь. Да, две ракеты. Две ракеты по нам был пуск. Так, если у них две ракеты было... Где-то сзади выстрелы. У нас там жопа не торчит? Стой, стой, стой. Стою. Нет, не торчит, нормально. Откуда у них столько зарядов, блядь? Сколько их там было-то, блядь? У них отделение с малщиком, мы тогда со смалами бегали. Там оптика стоит. Кстати, пацаны, не забывайте, у них смалы еще есть же, блядь. Так, ты сейчас можешь развернуться здесь, чтобы перед был на другой стороне. Короче, на месте развернись. Без выката. Просто развернись. ББМП. Меня готово. Так, сейчас выкатываешь. Я дам залп по кустам спереди. И окатываюсь обратно. На связи. Давай. Я готов. Нормально пока пробиваете? Да. Стоп. А вон они, суки, сидят вроде. Это по нам? Нет, это мы стреляем. Стой назад, вперед, дай. Тормози. Давай назад. А, на горе прямо перед нами? Да. Готов еще выезжать. Так, сделаем сейчас, знаешь что? Сейчас, короче,
берешь газ и на юг едешь, потом сворачиваешь налево. Ох, блять, опять прилетел. Фора живой? Да, живой, по нам с Мавы стреляют, как с горы, что ли, откуда-то оттуда, блять. Надо уходить. Это метка пехота СМАФ, вот это, да, актуальная? Ну, примерно, я их не видел, но примерно оттуда все летит, блядь. Я понял, нас я желтые здания защищают. По нам? Я кого-то видел там, они давно подходили. Уходим. Я думал, лавка по нам стреляет, выбивает все, короче. Все, пизда нам, пацаны. Осталось только за вами, блядь. Все, в МТХ она бомсами работают по ней. Ворон. Желон дохлый. Чего? О. Ах. Нет у них больше БМД. 19-11 счет. Жаль. Да. Че, все, БМДшки у нас все? Не-не-не, ГБшная еще есть. А че там тогда две техники какие горели возле зоны? Возле завода. Блин, он че, через здание начал по нам стрелять? Ну да, через здание. Блять, еще водители все повылетали к ебеням. Лераж курс изменил. Ну почти. АИ у вас тут в зоне, блядь, стоят. Кстати, объясните, вот меня сейчас убил Кирян, да? Он стоит в авке уже, наверное, со старта. Как? Кэм, он сидит в доме с Элвисом. Это его бот. Два Киряна. А че, уебали нашу эту штуку, да? Лол. Киряна, походу, просто слот залагался. Он пошел на другой. Ну его гасили с двух-трех направлений уже, потом под конец гаммера беттер прикатили. Да, долго стояли, надо было уходить оттуда. Конечно, обидно, что это происходит. А чем заряжали по нам такие бум-бум, это явно не из лавки, блять. РПГшки это летали. РПГ-хи, да. Там еще карандашики к вам прилетали. Короче, весь набор. Да, и там со всех сторон у нас, короче, ебашили. Сверху там МПУшники стреляли. Вон, троица идет аппетишную. Ну, почти. Рашек бы сейчас мог долбануть. Я не понимаю, он их видит за этими деревьями или не видит? Я вот это... Нет, скорее всего. Не видит. Он сейчас осматривает теплоком. В зону он смотрит, да. Они на завод идут, лол. О, они захватывать завод идут? Да. Нельзя перехватывать, блядь, что за хуйня? Мы там перезахватили его один раз. Потом сдохли. Ну, когда на тебе Мусташ играет, тебе все можно, блядь. Мусташ толком не играл. Так, в чем тут играл он или нет? О, он просто был. По той троице техника. Да. Давай, ГБшники, повышайте их нахуй. Домой. Чуть-чуть да, пониже, вот пониже возьмите, отлично. Пожалуйста. Во, давай, ну чё? Ну чё, давай. Блять, патроны кончились, перезаряжается что ли? Всё, короче, походу эти группы организованы уже, которые подходили к заводам. Всё, кранты. Почему они могут пойти за холмиком? Лол, 7 человек осталось. Ой, типа лак с пулеметом, нормально. Не, их разъебали. Кажется, сейчас кому-то пизда. Лераш их спалил. Чё там Лераш? Мочи их нахуй. Читает сколько метров. Он прям смотрит на них нахуй. А он ждет, пока по ним БМД отработает. Блин, не попадает. Но она их не достает, она не заберет. Там холмик вот этот маленький. Блять, ему надо вон прям по зоне ебать. Он ранен это. Фугас у него. Ну Раш, ну ёб твою мать, чё за хую ты опять делаешь? Сука, стреляй. Алло, он же с карандашком ебанён, блять. Нарисуй этому. Блять. Раш, ты чё, блять? Он осторожность проявляет. Лоба минус один.
Вообще Джон Рэмбо, блядь. Опа, минус второй, просто на ходу, блядь. Как долго он их всех вел, а? Нормально. Эйзи Бослеер дальше лежал, он бы его не убил. Мортус. Мортус. А? Понимаешь, из всего отделения IPT, что мы встретили, выжил только один. Или да, лол. Сейчас, лол. И то я посмотрю, он выжил вообще? Его тоже ёбнули, прикинь. Нормально, слушай. Мы все, короче, грубо говоря, все отделение перехуярили. Причем, блядь, четвером, нах. Блядь, Раш... 10 на 7, получается. Раш, короче, знаешь, что это? У него такой джойстик на нос одевается, он нюхом их нашел игровым. Почему 11? Там вот, смотрите, лейзер. В зоне аишника, смотри, сколько стоит. Он с гранатометом, пулеметом и тепловизором, блядь, сидит в здании. Кто? Лазер. Вот он, наверное, БМД ждет. Три чистая и платим. Трекеру сейчас вот только этими фугасами по зоне, если так стрелять. Ага. Лазер Кидзу походу пасет. А по горам путешествует. Ну он уже спалили же, где стоит. Если сейчас долго будет стоять, так она и подъедет и уничтожит. Блять, какого хуя тут половина вообще ботов, нахуй? Все, Кидзи, пиздец. Ой-ой-ой, просто минус два сразу же, блять. То кого? А вон, два синих, короче, Девус, и там бот какой-то был реактив, бот реактива был. Просто пфф, минус два, нахуй. Чем это их уебали, интересно? Просто жесть, вау. Можно девятиэтажку бы зарядить фугасочком. О, это гпшки, пацаны. ГПшки, вы сами себя ёбнули, что ли? Да нет, я лежал в доме, перебинтовался, чё-то рядом ГП шнул, и бабах, умер старина Деус. Ха-ха, ебануться. Причём одна ГПшка забрала и тебя, и реактива, короче, бота за реактива. Это что-то вообще рафляна какая-то. Но если судить по линии, то она от Урала Кид зашла. Ну, да. Кстати, это смотрите, он снапки он будет сейчас, помещается, короче, на беттере в сторону БМД. Они едут БМД нет, убивать. Не он. Кто? Снап, да. Там же было видно, как он по троице работал. А снап еще сейчас может накрыть, кстати, походу выцеливает то ли Раша, то ли еще кого. А, не, он наводится на две группы штурмовые. На Кидзе, короче. Ага. И на А. А у них теплак там есть в машине, не, Умеров? Моему. Есть, есть. Да. Блин. Снап раздетый. О, БМД поехала. Давай, вот тот домик позарежем. Так, Раш, высматривай там, углядывайся. Видит козочек. Да, этих козлов здесь, блин, бегало до хера. О, Раш побежал через поле. Да, хули бы и нет. Ну сейчас пусть молится, чтобы его снап не нашел. Ну посмотрит, вроде ствол его, это наш. А, да-да-да, кстати. Ну типа и форма там темненькая. Похуй, что РПГ за плечами. Пёр. По приколу техника стоит, да? Друг друга не смотрят. На одной горе, по сути. Да, кстати. Хопа, и вдруг посмотрел прямо туда.
Каха прогуливается. Меня услышал. Да-да, кстати. БМД, походу, уже пасут, да. Видишь, он прямо на нее смотрит. Наверное, с города метро. За елками он не видит ее. И БМДха смотрит туда. Так, раз таки тем временем добрался до постройки. Да, по своим, по своим лазер. Офигеть. Красавчик, по своим. Добивает. Только что, что там, это кого, тот, чего? Который с тепловизором, да? Только Рентифайр. Лазер. Лазер. Лазер какого-то на W убил. Вервольф. А че, метки на себя не поставили? Поставили вообще-то. Там в теплак будешь смотреть. Значит, у него карты нет. Ох, как он метка, а? Нет, кого? Лазер. Все, расстали. А тем временем Кидза, блядь, под шумом пробежал. Ага. Лераш. Какой? Все, Лераш добрый. Че, ты приехал, да, что ли, Лераш? Блядь. Да, прилетело, блин. Я думал, что ее свои захватили, блин. Ни хрена. А, конечно. Просто она в сторону синих работает, блин. Что-то не понял, блин, с какого фига. Потому что свои. Ну ты все равно там настрелял. А, лол. 5 человек осталось. Ну все. А кто умер? Не проиграть!